Приказ номер 405. За ударную работу на Магнитогорском металлургическом комбинате объявить благодарность и премировать домом Шатилина Алексея Леонтьевича, мастера доменного цеха, Боброва Григория Егоровича, сталевара Мартеновского цеха номер 1, Кощеева Михаила Тимофеевича, обермастера Мартеновского цеха номер 3. Премировать коровой Сухова Василия Федоровича, мастера службы ЖДТ. Бурашова Андрея Александровича, сборщика котельно-ремонтного цеха. Директор ММК Носов. 14 ноября 1945 года.